Статистика желающих уклониться от уплаты налогов и штрафов неуклонно растет. Нарушители скрываются, не отвечают на звонки судебных приставов или вовсе предпочитают не открывать дверь представителям исполнительной системы. В таких случаях в борьбе государственных служб с должниками приходят современные компьютерные технологии. Необычный рейд прошел сегодня на улицах города. Сотрудники службы судебных приставов, инспектор ГИБДД и представители налоговой службы объявляют войну должникам. В арсенале компьютерная база данных «Дорожный пристав». Главная задача совместной работы – найти должников перед государством. В рамках совместного рейдового мероприятия с инспекцией Федеральной налоговой службы используется аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который позволяет сканировать государственные номера транспортных средств и проверить информацию о наличии задолженности владельца автомобиля. В случае обнаружения должника ему предлагается добровольно оплатить задолженность при помощи банковской карты через терминал. При отказе должника от уплаты задолженности в добровольном порядке судебным приставом-исполнителем могут производиться меры принудительного исполнения в виде ареста имущества, принадлежащего должнику, с последующей его реализацией. Водители на проведение такого рейда реагируют адекватно. Некоторые даже интересуются о наличии своих задолженностей, если таковые имеются. К слову, за время присутствия нашей съемочной группы неплательщиков мы так и не увидели. В большинстве случаев автовладельцы оказались чисты перед правосудием. У меня оплачено. У меня вот пришло постановление вот за превышение скорости. Я оплатил в срок. Если провинился, надо платить, значит, отвечать. За время рейда один интересный случай нам все же попался. За рулем машины находился счастливый обладатель недавно приобретенного авто. На руках, как и полагается, договор купли-продажи и пакет необходимых документов. Только завершить процедуру оформления и поставить машину на учет у нового хозяина вряд ли получится. На прежнем владельце транспорта числится долг. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы номер 3 по Тамбовской области совместно с судебными приставами-исполнителями ведут активную работу в отношении налогоплательщиков физических лиц, не исполнивших в установленный срок обязанность по уплате имущественных налогов. Принимаются все меры принудительного взыскания задолженности, предусмотренные налоговым законодательством. Подобные совместные рейды являются одной из эффективных мер по выявлению должников по налогам и другим обязательным платежам. Рано или поздно возвращать долги придется. Даже если дома встречи с судебным приставом удалось избежать, в любой момент на одной из дорог вас может поджидать дорожный пристав. Ольга Жукова, Александр Прокудин. Новости ТВ Рассказово. В ходе проведения рейда 68 транспортных средств было остановлено сотрудником ГИБДД. С помощью базы данных удалось выявить 16 должников и на месте погасить долг в размере 34 тысяч рублей. На одного из водителей был составлен акт арест на изъятие видеорегистратора, потому что налогоплательщик отказался оплачивать долг. Выдано 7 требований об уплате на сумму 52 тысячи рублей. Неуплата грозит привлечению к административной ответственности.